Так, мы уже в Ивано-Франковске, Ира. Ты рассказываешь про предыдущие города? Расскажи нам лучше про Ивано-Франковск. Так, недалеко от центра города мы приехали в Ивано-Франковск. Зашли в скверик. Каплычка здесь какая-то. И сейчас дальше пойдем. Сирень цветет, пахнет по всему району. И теперь потом вернемся сюда. Так, что это такое? А ну. Денис Щинский, композитор. Это памятники. Ух ты, голуби какие. Вот такие. Что это за аллея такая странная? А вот это ж сотня. Да, небесная сотня. И скорее всего уже может и продолжение. И продолжение погибших в войне. Ну, сначала была небесная сотня, было мало. А теперь видишь герои, потому что волк. Героям, загиблим в московсько-українській війні. Да, фонтан, я думал, работает. Вроде лето, вроде май. И не работает. Вот уже вышли мы в район нового центра. Гостиница «Надия». Еще со времен Советского Союза, но уже реставрирована, хорошая. Рядом какой-то дворец культуры. Я помню, что тут вертолет раньше стоял возле него. Все, а уже нету. Зато палатку для детишек якусь поставили. Щось малюють. Вот. И, по-моему, тут памятник Черноволу был. Не помню. А сейчас закрыт от российских ракет. Пытаются сохранить. Города. Вот она война. Сегодня были тревоги. Ночевали здесь мы одна. В начале первой ночи. А другая под утро. Воздушные тревоги были. Вот так вот. Вот уже
гуляем как бы по центру. В ту сторону уже до вокзала, насколько я помню. А мы пойдем в сторону старого города. Прикольный малявничий будиночек и магазин. Мама купы называется. С юмором кто-то назвал. Каштаны цветут. На конячках могли пройти и так люди. Мариуполе привыкали, что такие улицы не широкие после Донецка. Видишь, он с куполом здание. Велосипедисты гоцают. Можно я скажу? Скажи, вы, конечно, в эфир скажи. Меня слышат? Конечно. В эфир ты скажи, да? Если сюда кто-то... Да вы памятнички. Художнику, да? Интересно. Ну-ну, если что? Если сюда захочет кто-то ехать с животными, с детьми. Куда? Сюда. В Ивано-Франковск? Да. То что? Святой или нет, может, люди берегут свое жилье и не хотят, чтобы собачки, животные и балованные дети превратили их жилье в этом мире относительно. Может и по 30. Но судить так людей нельзя. Есть такая пословица. Не суди, да не судим. А так получается как-то некрасиво. Не файно. В цьому будинку в 41-му році дів обласної провід ОУН. Били
були заарештовані. Серед них був Василь Бендера, рідний брат Степана Бендери. От. Оце відповідь Вовчику, чому тут прапори правого сектору. Оказывается, здесь история. Ну вот, и попутней, да? Да. Несмотря на то, что будний день. Исполняют популярные песни, да? Калина красная, да? Смотри, яке дерево. И калиска, да? Дерево счастья. Спільная работа участников международного фестиваля. 2008 год. Молодцы, да? Парковано в Помнишь, там да. Вот молодцы какие, да? Гарно. Пішли далі. Ё-моё. Голуби не боятся. О, який фонтан. И собачка он водичку пришла попить с фонтанчика. Жажда все. Попила, да? Молодец. Thank you.
Техноподсолнух. Но у меня интереснее есть техно. Ремонт коробок в Киеве. Вот там интересные монстры были. Из запчастей. Нет, мы идем вот к церкви. Там дальше памятники. Дальше еще. О, вот здесь вот гостиница интересная. Вот, возле входа там статуэтки какие-то. Так что я тут как местный уже, я смотрю. Гид, я вам рассказываю, а не вы мне, да? Так, да. Вот у меня, помнишь, фотографии были? Це звідси. Девчата по магазинам побегли. А мы вот сюда еще сходим. А у него ключей нету. У кого? У папы. Папа звонил, и у него нету ключей? Одни ключи. Нету больше ключей. Только у мамы. Ну так и что он хочет? Домой. Пусть к нам приезжает. Мы же недалеко. Славив. А сколько времени, интересно? Еще рано времени. Люк, прочитай.
Нептуном, с русалками. Все як треба, пацанам. А напротив опять произведение Ковалев. По-русски Кузнецов. Знаешь? Спонсоры фестиваля Декават. Красиво. Так, дальше там что-то. Рынок. О, яка перетяжка біля готелю. Бачиш? І вийшли. До ратуші вийшли. Сегодня успеем? Не успеем попасть, да? Нет, ну вообще нет. Но нам обязательно надо поехать. Прям обязательно? Завтра вообще придется оставаться. Значит, завтра будем оставаться? Да, вроде. И завтра точно сходим. И на речке поснимаем. Набегался. Опять повали. И вот тут опять ратуша. Медицинский институт. Тут очередь когда-то была, приемная комиссия. Прилетел. В аэропорт? Нет. Но было видно сокращенно. Вот здесь и самолеты гудут. То есть кузня. Видишь? И лопата, и наковальня тут. И усе тут, и брички вон. Колеса. Ты диви. Инструмент якийсь. Даже фотоаппарат. Оце майстри. И ще одна туристична локація є. Ось така.
идем обратно уже в машину. Вон опять интересный домик с какими-то статуями возле окон. Да можно и сюда, сюда, можно сюда. Вот. До армянской церкви не дошли. Улица Грушевского. А что это такие? Не знаешь? Ну это не делает тебе чести. Так, и там Мицкевича памятник, ну, по-моему, его тоже заложили. Так, пошли в сторону машины. Вот такой туалет современный. Так, ну и выходим обратно на улицу на Залажности. И пойдем обратной дорогой. На саксофоне шли сюда, не играл никто. Так, ну что, пошли уже домой.